Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня очень необычный обзор. Вы обратили внимание, не видно микрофона. Мне сегодня помогает снимать обзор владелец автомобиля, который у нас, собственно, на обзоре, Эльдар, с канала Эльдар Автоподбор. У нас вот такая коллаборация с ним получилась. Обычная, а не обычная, то, что он мне к сиське приклеил микрофон изнутри. Вот такое у них ноу-хау. И он говорит, что одежда не будет, да, вот шебуршать? Не будет. Собственно, все остальное в обзоре у нас обычное. У нас постоянно кабриолеты, американские автомобили, постоянно топовые автоблогеры, которые, собственно, не просто мне сегодня помогают снимать обзор, а снимают меня сейчас. Не знаю, что за Loud Sound, но оператор у него Эльдар Автоподбор. Не забудь денег закинуть мне за это потом. Видите, вот я ему руку пожал, а он сразу за деньги. На самом деле Эльдар не такой. Один из немногих вот сейчас на Ютубе блогеров, которые в реальности точно такой же, как на видео. Это очень дорогого стоит. YouTube дал возможность людям быть теми, кем они на самом деле не являются. Вот Эльдар такой яркий пример человека, который какой на видео, такой же и в жизни. Это очень приятно. Обязательно на его канал подпишитесь. Я просто так никогда ничего не советую. Это действительно полезный канал. Он вас научит разводить при продаже автомобилей или наоборот не попасть. Канал Эльдара как раз именно тем и занимается, что показывает людям, как не попасть на продажу автомобиля от разводилы, на что смотреть при покупке автомобиля. Опыт у них не просто там, вот как многие автоблогеры сейчас почитают в Википедии, да, и высыпают вам эту информацию там с очень знающим видом. Опыт у Эльдара именно потому, что у него компания, которая занимается подбором автомобилей. Если вы вот в автомобилях ничего не понимаете, можете прийти в эту компанию, и вам подберут автомобиль. А, собственно, какой автомобиль Эльдар может подобрать? Самое лучшее, что они могут, они подобрали вот в этом автомобиле. Я шучу, конечно, я бы никогда такой автомобиль не купил, но это была мечта Эльдара. И это одна из вот машин его мечты. Он говорит, будет собирать такой автопарк мечты. И, конечно, какая машина мечты без хорошей музыки. На музыку мне очень польстило, что он обратился к нам, пригнал нам автомобиль. Надеюсь, мы не подвели. Кстати, вот самое главное вопрос. Тебе нравится? Блин, на самом деле очень классно. Вот за музыку здесь отдельный тебе респект. Меня многие спрашивают, почему ты обратился именно к Саше Loud Sound. Я сторонник того, что если делать что-то, то делать лучше всех. А кто может лучше всех сделать музыку, так это по-любому Саша. И вы просто, я уверен, что многие из вас смотрят его и знают, как он заморачивается по этому. А я в этом убедился еще и вживую. Когда он тут 2 дня настраивал на нем музыку, хотя мне казалось, уже все и так играет нормально. Он говорит, не-не-не, вот здесь вот еще недостаточно, вот здесь мы докрутим, довертим. 2 дня он ночевал в этой машине, и теперь музыка играет просто шоколадно. Спасибо за грубую лесть. Концепция, собственно, нашего и бизнеса, и увлечения заключается в том, что у нас сделка считается завершенной, не когда мы продали железку или не когда мы там ее установили, а когда человек довольный слушает музыку. Вот всегда до этого доводим до конца, стараемся делать именно так. В этом автомобиле у нас, я не скажу, что какая-то там супер, как сказать, инновационная аудиосистема или супер необычная, но изюминка в ней есть. И сейчас я вам, собственно, про нее подробнее расскажу. Также вкратце расскажу про сам автомобиль, очень интересный автомобиль на самом деле. Но расскажу очень вкратце, потому что есть что про него рассказывать. Про него, собственно, Эльдар... Я расскажу про него сам лучше всех. Вы такого обзора на Мустанг точно нигде не увидите. Он даже не расскажет, а он будет рассказывать. Это целый сериал задуман, и он уже есть. Уже не один выпуск был подготовительный, как она уезжала в Ростов, как он в Ростове ее забирал. Мы сейчас в Ростове, кстати, как вы поняли. Да, это вот место, где строят стадион. Я предлагаю крышу поднять. Она здесь поднимается идеально, несмотря на возраст автомобиля. Я уже так шутил, но пошучу еще раз. Работает все идеально. Смотрите, раз. Ни хера не работает без ключа. Автоматика у нас полная. Нам надо вот эту откинуть штуку, вот эту откинуть штуку, вот эту повернуть, вот эту приподнять. И теперь нажимаем кнопку. Полная автоматика. И происходит волшебство. И ждем, 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 ждем. Всего лишь за сколько ты купил? 220 тысяч рублей? Да ладно. Такая тачка где-то от 800 до миллиона стоит. И это полноценный кабриолет с кожаным салоном, который я на ней покатался пару дней. Очень аккуратно, как я уже говорил, боком больше 45 градусов я не давал. Я обратил внимание на то, что смотрят все. Вот ты на ней едешь, все оборачиваются, все смотрят, все заглядывают. Но я не понял, как на кого смотрят. Типа, позволил себе такую тачку по цене новенького Соляриса. Владельцы Солярисов думают, лучше бы Солярис купил. Владельцы Приоры думают, лучше бы две Приоры купил. Ну вот Эльдар всегда мечтал о такой тачке. У нас нет крыши, сейчас мы можем показать вам... Собственно, как выглядит аудиосистема. Начнем по традиции с-под капота. Это для меня непосильная обычная задача, но с ней я справляюсь всегда. Автоматики нет,
Нам придется вот такую же штучку сделать, как и на Жигулях. Вы ожидаете сейчас, что я скажу, что это либо 16-вольтовый мотор, либо 8-вольтовый. Ну, вы угадали. У нас тот самый уникальный случай, когда напряжение бортсети совпадает с количеством клапанов. И гении, которые исправляют мою шутку, постоянно бегите срочно писать в комментариях, что я ошибся. Но это, сука, настоящий 12-вольтовый двигатель у нас сегодня на обзоре. Он очень мощный, у него 4 литра. И едет он примерно как японец 1.6 без турбины, да? Ты не станешь даже обижаться? Я думал, ты сейчас скажешь, нет, он прет, давай, он твою бэху сделает. Да бэху он сделает. Бэху сделает? Проверим. Под капотом, собственно, показывать больше нечего. Тигран установил колбу, предохранитель, который, в отличие от устоявшегося мнения, люди думают, что он защищает усилители. Предохранитель всегда защищает питающий кабель. То есть, если, не дай бог, что-то произошло, и кабель где-то по своей длине упал на массу, перегорает предохранитель, и у нас провод по всей длине кузова становится обесточенным. Поэтому вот это расстояние всегда должно быть максимально коротким. Вот, оно всегда остается у нас под напряжением. Это звуковое сопровождение. Ну, нормально. Пока баса нету, он не отвалится. Баса у нас нету в этой машине. Это одна из концепций этой аудиосистемы. Мы столкнулись с несколькими сложностями. В самом первом обзоре это скорее был анонс. Я говорил, что мы, возможно, поставим сабвуферы в обивке, я бы сказал, задних дверей, но их тут нет. В задней обшивке чего-то. Сабвуферы у нас здесь не получилось поставить. Мы переиграли на максимально широкополосные динамики Pride Solo V2, которые воспроизводят максимальный диапазон частот. Но не влезли у нас даже они, потому что у нас здесь находится гидравлика привода крыши, и динамики у нас получилось туда поставить только очень маленькие. Здесь стоят те самые P-Audio SN460, которые стояли у меня в BMW. И не такие же, какие стояли у меня в BMW, а именно мои от BMW. Поэтому здесь ты есть... поставил бэушные динамики? Конечно, сюда, конечно. Что? Поэтому здесь кусочек легендарного автомобиля. То, секунду, в легендарном автомобиле кусочек какого-то корыта, ты хотел сказать, нет? Немецкого. Немецкого, BMW... ты забыл сказать немецкого нет. корыта. Когда это BMW F10 стало легендарной? Вот скажи, в какой момент времени? Когда ты ее купил? У тебя есть парктроник? Справедливости ради нужно сказать, что в счет мы тебе их не включали. Отличные динамики. Динамики эти отличают достаточно широкая полоса для их размера и отличная мощность. То есть им можно очень много влить. Чтобы подпереть их сверху, поставили те самые P-Audio 407N. Самые на данный момент громкие твиттеры из маленьких. На самом деле это обычные рупорные твиттеры. Такие же, которые стоят у нас спереди. К ним мы вернемся позже. Но у них есть такая особенность. С них рупор снимается, остается одна сердцевина. Их можно установить абсолютно куда угодно. То есть на данный момент это единственные в мире твиттеры, которые имеют размер обычного автомобильного твиттера, но при этом играют очень громко. Компромисс, о котором я говорил, что мы откажемся от сабвуфера. Почему мы от него отказались? Во-первых, вы все знаете, что в седане это очень сложно добиться хорошего баса. Ограничен объем багажника, и он очень сильно ограничен его вывод в салон. Это нивелируется в машинах, где задние спинки сидят откидываются. Здесь же у нас они не просто не откидываются, у нас здесь сзади идет отсек для сложенной крыши. Таким образом, между багажником и салоном у нас получается такая баррикада. И звук в салон с сабвуфером мы можем передать просто за счет вибрации кузова. Это не очень хорошо. Но это только одна из неприятностей. Следующая проблема у нас заключается, собственно, в объеме самого салона. У нас мягкая крыша, соответственно, даже если бы спинки сидений откидывались, у нас пространство, в котором будут играть сабвуферы, оно не жесткое. Хуже того, это кабриолет, и его, собственно, и купили для того, чтобы кататься без крыши, и музыку тут слушать будут в основном без крыши. И тут уже у нас сабвуфер будет играть, ну, такую роль, как если бы мы ехали и держали короб из-под сабвуфера на улице. Примерно вот так же здесь бы звучали сабы. Просто гудели бы в воздух крышкой багажника. И заключительная проблема – это место в багажнике. У нас место в багажнике достаточно ограничено. Нам нужно было разместить много усилителей, оставить отсек для хранения вещей, потому что в этой машине, наверное, не очень будет прикольно катать с собой багаж. Нужен хоть какой-то багажник. Как мы решили вопрос с низкочастотной составляющей? Мы выбрали самые мощные 20-сантиметровые мидбасы, которые сейчас есть на рынке. Ну, одни из самых мощных, чтобы никого не обидеть. Это восьмерки серии RS от Fatal Pro итальянские. Я вам их показывал в анонсе. Это супер динамики. И проблема заключилась в том, что они просто не поместились у нас в штатные места. Можно было резать металл, можно было загомать
оттомачить машину. Ну, одна из идей, вот, которую мы реализовали в этой аудиосистеме, это максимальное сохранение штатного вида салона. Мы попробовали поставить туда другие мидбасы. Ставили туда разные динамики, и вы не поверите, на чем мы остановились. Вот Эльдар тоже удивился очень сильно. Мы оставили штатку. Мы оставили штатные динамики. А штатные динамики, справедливости ради, нужно сказать, здесь, в местах для мидбаса, стоят по факту сабвуферные. Это стоят настоящие двухоботочные неодимовые сабы. И они стоят не просто играя в дверь, а там даже умные американцы сделали под них отличный пластиковый объем. Пластиковый. Пластиковый, да, пластиковый. В принципе, инженеры BMW недалеко ушли от них, они до сих пор пластиковые короба в подседельнике ставят. Мы максимально завиброизолировали эти короба, сделали максимально плотную обшивку и оставили, собственно, те же сабвуферы штатные, но запитали их не от головного устройства, как это было от микросхемок, а от серьезных достаточно усилителей, которые я вам покажу чуть позже. Прослеживается у нас итальянская тематика, и идя дальше, мы установили среднечастотники сюда, 16-сантиметровые Fatal Pro 6PR122. На данный момент одни из лучших среднечастотников на рынке по совокупности качества звучания, громкости, малой посадочной глубины за счет неодимого магнита. Но есть у них небольшой косяк один. Они достаточно дорогие, стоят порядка 18-20 тысяч, но свои деньги они отыгрывают. Твиттер был также установлен итальянский BNC DE35. Самый лучший, на мой взгляд, на данный момент рупорные твиттеры, которые есть на рынке. Лучшие, вот в принципе, я пока не слушал. Есть у них аналог, так скажем, реплика, Т-34 они называются. Они стоят в 3 раза дешевле, чуть-чуть хуже играют. И вот, в принципе, когда бюджет ограничен, вопросов тут нет. Эти за 15 или те за 5, конечно, выбирают люди за 5. Ну, мы делали такой знаковый проект, коллаборационный, двух топовых автоблогеров, самых топовых автоблогеров, похоже на грубую лесть. Кому я сейчас лизнул, тебе или себе, непонятно. С чем мы столкнулись? В анонсе я вам показывал, что у нас здесь стоял уголок, который очень легко снимается, но была проблема. В правый уголок у нас проблемы не было, а в левом у нас стояла регулировка зеркал. Ее перенесли вот сюда в обшивку, и в принципе, как будто бы она тут и была, да, Эльдар? И вроде бы все нормально, если бы не одно но. Все-таки есть косяки? Конечно. Я не знал. А она развернута вверх ногами, и вот смотри. Понять, какое зеркало куда, то есть здесь надо угадывать. И более того, я об этом догадывался на ходу, когда я сел, поехал, понял, что зеркала не настроены. Я же неадекватный человек, я не сделал этого заранее. Я, грубо говоря, я выставляю так, думаю, ну вот это, наверное, левое, да? Хотя как, когда дверь закрыта, это вперед, это назад. Какое левое, какое правое, непонятно. Ну я выставил сюда, начинаю крутить, они в противоположную сторону. То есть вот я вверх, оно едет вниз. Так, подожди, а то есть его можно перевернуть, вытащить, перевернуть и вставить правильно, да? И все равно, ну и все, да, и отчасти будет лучше, но не до конца все равно. Ну, ты, короче, угол поменянный. Да, да, да. Так, да, ну рукожопили. Ну ты понимаешь, да? Гран, привет. То, что делали армяне, если бы все было четко, было бы что-то, значит, не в порядке. Если все идет идеально, значит, чего-то вы не заметили. Переходим к самой интересной части инсталляции, самой красивой, которая очень понравилась Эльдару, но не понравилась мне. Но мы не можем на нее посмотреть, потому что здесь нет ни кнопок, ни в салоне нет кнопок. Нам нужно пойти взять ключ. Она с пультика открывается? Да. Я это тоже затроллю. Пультик есть, но ушка на нем нет, поэтому у нас есть отдельно пультик и ключ. Я вначале подумал, кастомка какая-то, поехать сейчас да поменять. Нет, тут написано Ford Motor Company, охренеть, какое количество цифр. А что ты Тиграна не попросил, он бы тебе здесь напаял бы? Кольцо впаял бы. Аж армяне, они бы тебя золотое впаяли. Здесь у нас красота, но вы ее сейчас не видите. Мы машину переставим, потому что туда светит солнце. Это был тест-драйв Loud Sound. Машина тихая, мягкая, быстрая, презентабельная. Все это вы узнаете в обзоре Эльдара. В багажнике у нас самая красота. Здесь у нас натуральная алькантара. Вообще глупо говорить натуральная алькантара, потому что алькантара это само по себе, да, подделка замши. Кроме полезного места в багажнике, которого здесь примерно половина осталась от того, что было, у нас появилась также дополнительная ниша под багаж, которой раньше не было. Эльдар получил даже то, чего не ожидал, да? Но, к сожалению, пришлось отказаться от запаски. С чем он согласился или нет? Нифига было не так на самом деле. Вообще-то мне позвонили и поставили меня перед фактом. Мне позвонил Тигран, говорит, слушай, запаски у тебя не будет. Я говорю, он говорит, не будет. Я говорю, ну ладно. Армяне умеют убеждать. Только что все слышали, он сказал, что ладно, но Тигран сказал. Как что делать? Короче, обращайтесь в Loud Sound, и ваша запаска вас покинет. Так себе реклама, ну, у меня вон и BMW многие видели. Я выхожу из ситуации очень легко. Так ты смотри.
лучше. Так, смотри, когда у тебя есть запаска, ты выходишь, дождь, грязь, слякоть, берешь домкраты, подставляешь, не попадаешь, ломаешь коров, вот эту хрень крутишь, которую надо вот так, потом вот так, потом вот так, потом выкручиваешь болты, спиливаешь гайки, ставишь колесо, весь испачканный, кидаешь вот эту всю в жижи. Куда бы ты здесь кидал? На Алькантару? Звонишь в эвакуатор, сидишь в машине, кайфуешь, липнешь в Инстаграме, потом сидишь в эвакуаторе. На вулканке тебе все поменяли, едешь дальше. Блин. Как мне в салоне BMW сказали, когда я спросил, а почему у меня нет запаски? В BMW нет запаски. Нету в BMW ни в одной. Нет, понятно, у тебя... А мне знаешь, что сказали? Вы владелец BMW, вы что будете, сами менять колесо? Это же BMW. Это же BMW, ну. Вот, ну сделали кусочек BMW и в американском автомобиле, хоть Эльдар его считает легендарным, чуть-чуть спустили на землю, но зато здесь есть, посмотри, сколько места теперь для сумок, согласись. Да. Для дальних путешествий. Для каких? Для дамских сумок? Для любых. А я... Так все и было, Эльдар. Гран говорит, все нормально, отвечаю, будет. Так он и говорил. Армянский тюнинг. Ты туда не смотри, ты сюда смотри. Смотрите за то, что он сделал. Вам не нужно поднимать ее и фиксировать. Вы просто подрываете ее и оп, автоматика. Это называется газлифты. Новейшие технологии. Постебались чуть-чуть. Изюминку вы, я думаю, все уже увидели. И это то, что мне не понравилось. Я, к сожалению, был занят. Сказал Тиграну по телефону, сделай круто. И он сделал круто. Он сделал автоподбор Loud Sound. Вот я это так вижу. Эльдару очень понравилось. Но я вижу автоподбор Loud Sound. Как я это видел. Я думал, здесь будет написано автоподбор РФ. Что, собственно, здесь и написано. И я хотел маленькую надпись Powered by Loud Sound или просто Loud Sound где-нибудь в уголку, маленькую. Он... Хорошо, что он мне ее на багажнике не вырезал. Хорошо, что она не золотая и не больше, чем автоподбор. Да, да, да. В любом случае, да, получилось красиво. У нас оргстекло с лазерной гравировкой. У нас отличная спрятанная подсветка без локализации источника. Ну и основной функционал этой фальшпанели с оргстеклом, собственно, спрятать усилители, чтобы у нас не было кучу проводов, кучу какого-то оборудования нештатного. Однако самый большой и красивый из них, X170.4, мы оставили на видном месте, и он просто шикарно вписался. На него падает подсветка, сам он подсвечен, и получилось, ну, на самом деле здорово. Многие оспорят, да, вот, я оспорил логотип Loud Sound. Кто-то может сказать, вообще надо было просто стекло оставить и усилки. Здесь на любителя. Но главное, что владельцу автомобиля понравилось. Самое да. главное, мне нравится. Вообще пофиг, кто что думает. Вообще, и вот это реально супер. Зачем ставить два моста моноблоков, делать стены, пилить 165 дБ? Захуярите Алькантару с оргстеклом. Всем понравится. Кусок фанеры, лобзик и оргстекло с лазерной гравировкой. На самом деле, да, смотрится круто, богато и дорого. Что у нас за ней? Чтобы запитать все эти динамики в передних и задних дверях, нам понадобилось один четырехканальник X170.4, который вы все видите. И по бокам от него, спрятанные фальшпанелью, разместились два тоже X-серии четырехканальника, меньше D-класса 80.4. Примечательно то, что на одном из них у нас два канала не используются. Почему мы так сделали? Очень просто, для красоты. Изначально планировалось усилки установить в видном месте, чтобы видно было все одинаковые, все X-серии, все красивые. И чтобы была симметрия, вот так вот решили два канала не использовать. Вот так вот мы жиранули. Собственно, все по усилителям и по динамикам. У нас остается два главных, наверное, в этой аудиосистеме устройства. Это головное устройство. Это здесь Pioneer SPH-DA120. Сейчас мы сядем в салон, я вам более подробно про него расскажу. И обработкой звука у нас занимается процессор Герц H8 DSP. Новинка на рынке автозвука. Примечательно он тем, что это по сути тот же Audison Bit10, но с количеством каналов и некоторыми функциями от Bitwana. Настройки все я вам показывать не буду, но вкратце расскажу. Давайте начнем с того, что сядем в салон, и я вам покажу магнитолу. Это головное устройство. При выборе головного устройства преследовали несколько целей. Сохранить, опять же, максимально штатный внешний вид салона, но при этом оставлять штатную голову было очень глупо, она очень поганая была. В большинстве магнитол есть кнопки, большинство магнитол выглядит очень пластмассовыми, угловатыми и инородными. На рынке всего лишь одно головное устройство сейчас есть, которое в принципе вот вписывается в дизайн любого автомобиля. Это Pioneer DA120. Чем он отличается от остальных? Это отличным дизайном вот по окантовке. У него нету здесь вот такой вот пластмассовой выходящей вперед рамки, как у обычных двухдиновых магнитол. Отличная алюминиевая тоненькая рамочка. Стекло, когда он в выключенном состоянии, он выглядит цельным черным и внешний вид салона не портит. При этом отсутствуют жесткие кнопки. У него кнопки полный сенсор.
это с одной стороны хорошо для внешнего вида, с другой плохо, вот в плане громкости. То есть вам нужно на него посмотреть, чтобы добавить или убавить громкость. Это, в принципе, дело там привычки первых дней, может быть там некомфортно, и нивелируется тем, что кнопки на руле, если у нас бы были, мы могли бы регулировать с кнопки с руля, извините. У нее нет диска, в отличие там, от топовых 86-00 и сейчас новинок 87-00. У нее нету развитого процессора, почему мы и поставили внешний. Но у нее отличная всеядность, как по видеоформатам, так и по музыкальным. Она читает флаг, у нее есть Bluetooth. То есть практически все, что вы захотите от двухдиновой магнитолы, здесь есть. Кроме того, ее отличает не резистивный, а емкостный экран, и это супер, потому что практически все магнитолы, которые есть сейчас на рынке, они тормозят как и по вводу, так и по самой графике. Здесь графика очень даже приятная для магнитолы. Не iPad, конечно, но очень близко к нему. Настраивается все, что угодно, цвет кнопок, тема и так далее. То есть кастомизация полная. Также в этом магнитофоне есть такая шикарная вещь, как Apple CarPlay. И даже Android Auto можно сюда накинуть. Умельцы это делают. Здесь есть GPS-антенна. Многие думают, что в нем есть навигатор. Навигатора здесь, в принципе, нет. GPS-антенна нужна для улучшения сигнала от подключенного устройства. То есть если у вас телефон работает, навигатор передает картинку на экран, и по какой-то причине у него плохой прием, он лежит где-то, где не видит спутники, антенна этого магнитофона, она здесь есть, она этот сигнал будет усиливать. Либо же можно накинуть сюда Android Auto, установить левое любое приложение, и оно будет здесь на экране работать уже с его собственной GPS-антенны. Как реализован звук? Мы взяли просто два канала из этого магнитофона, в широкой полосе подали их на процессор, и с него уже разрулили все на все динамики. Получилось у нас полноценных три канала: твиттеры, мидбасы и среднечастотники. Сабвуфера у нас нет, процессор позволяет задействовать еще и сабвуфер, если он по какой-то причине перекочует в другую машину или здесь появится сабвуфер со временем. Подключение к процессору реализовано следующим образом. У нас задействованы только два передних канала, вся полоса у нас выходит в процессор, а там уже происходит обработка. С процессора у нас выходит порезанный сигнал на твиттеры, которые порезаны на 7 кГц снизу, на среднечастотники передние и задние, которые порезаны снизу, передние, они у нас большего размера и играют ниже на 200 Гц, задние подрезаны и еще чуть круче на усилители. И мидбасы, которые у нас выполняют роль сабвуфера, порезаны очень узко, от 60 до 200 они играют. Вот, собственно, такая аудиосистема у нас получилась. У нас от 60 до 200 отыгрывают сабы, от 200 примерно до 5-6 тысяч, потом с естественным затуханием среднечастотники, и дальше подхватывают твиттеры. Все полосы реализовать получилось, и, в принципе, ну, я бы сказал, недостатка сабвуфера нет, но я лукавлю. Сабвуфер всегда хочется, чтобы бахало в салоне. Но у нас получился достаточно ровненький, чистый и с офигенным запасом по громкости звук. С офигенным запасом я говорю, потому что я переживал, что вот Ильдар скажет, хочу громче, а он сказал, как вы так громко слушаете, да? Было такое. Когда у меня кровь из ушей потекла, мне как бы хватило в этом моменте. Нет, кровь у тебя в тренажке потекла, Ильдар послушал. Да, у меня не только кровь потекла в тренажке, у меня еще, я не знаю, как это сказать, я почувствовал, что у меня внутри что-то есть. Ты почувствовал органы. Я решил, что я пуст. Оказывается, у меня есть органы, и они жестко начали вибрировать от этого. Нет, в Википедии почитай устройство организма человека, там ты удивишься. Таким образом, получили аудиосистему с достаточным запасом по громкости, не портящую штатный вид салона. Огромнейший потенциал по подключениям Android-устройств, iPhone-устройств. Мы можем подключить флешку любого формата, 2.0, 3.0, MKV-файлы, IV-файлы. Он практически любой формат поддерживает. У нас есть тест этого магнитофона, обзор его полный. Там я экспериментировал с различными типами файлов, разрешениями, расширениями, кодеками. Хавает практически все. И по музыке тоже поддерживает FLAC и MP3. Самое главное, вы поняли, да? Что у нас самое главное в обзоре? Подпишитесь на канал Ильдар. Такой вот обзор у нас получился необычный. В принципе, обычный, не считая микрофона, прилепленного на скотч у меня на сиськах. У нас, кстати, остается одна вещь еще. Я хочу проверить, больно ли его будет отрывать. Ты делал когда-нибудь депиляцию? Нет. Я тоже. Больно. Я тебе так скажу, я даже никогда в жизни, сейчас многие удивятся, не делал маникюр. А что в этом странно? Ты посмотри на мои ногти. Нет, я не делаю маникюр, я стригу ногти. Хорошо, обзор обзором. А вот теперь есть ряд вопросов. На самом деле, после того, как ты выпустил видео, появилось несколько вопросов у моих подписчиков. Главный был такой коммент. Опять татарина кинули.
Короче, почему Loud Sound кинул меня на бабки? Не знаю, ну, может, ты заслужил это. У тебя же есть так, Эльнар авторазвод, да? Да, это альтер-эго. Я думал, к нам вот этот человек обратился. Я помню эти комментарии. Самый частый комментарий, когда ты делаешь что-то дорогое, топовое. Там, знаешь, я бы сделал это дешевле, я бы сделал это лучше. Тебя развели, тебя кинули, это дорого. Объясню, откуда были эти комментарии. И сейчас, наверное... Стоит открыть людям немножко глаза на вот эту коллаборацию. Mm-hmm. А цены были указаны розничные. При таких проектах, естественно, есть скидки не только Эльдару, а многим даже больше, чем Эльдару. Не такая уж у тебя большая скидка была. Что? Эльдар, кроме того, что установил у нас музыку, и мы его развели на бабки, на огромные. На гигантские просто. Да, он нам сделал еще рекламу на своем канале. Мы ему сделали рекламу на своем канале. А разницу в подписчиках пришедших и ушедших мы нивелировали деньгами. И да, сделали ему... Да, подписчиков меньше, пришлось доплатить мне. И Да, и сделали ему скидку, и таким образом те из вас, кто написал, да я это купил дешевле в МВидео, в ДНСе, да? А это можно купить в ДНСе МВидео? Да. Снимай нафиг! Во-первых, вы это можете купить там, но вы там это не поставите. И во-вторых, когда вы это покупаете, там вы не получаете должной консультации, вы не получаете должной настройки и поддержки в дальнейшем. Еще один вопрос. Не поставили сабвуфер? Какая нормальная акустическая система может быть без сабвуферов? Просто развели меня на бабки и не поставили никаких сабвуферов. Ошибка многих людей. Они любят бренды, они любят визуализацию, но тебе нравится, как играет? Играет очень классно. Самое главное. Понимаешь, знаешь, есть поговорка? Дай дураку стеклянный хуй, он и хуй сломает, и руки порежет. Мы из американских динамиков штатных смогли выжить, потому что действительно они пригодились. В данном случае подходили реально они лучше всего. Чтобы оставить внешний вид, чтобы это были реально сабы, потому что у них неодимовый магнит, у них низкая посадочная глубина, они действительно сюда очень хорошо вписались. А хай-энд аудиосистему без сабвуфера, я тебе сходу назову их очень много. Первое, наушники. Пожалуйста. Наши подписчики узнают про Эльдара, его подписчики про нас. Эльдар получит крутую музыку. Я надеюсь, что кроме всего этого, наши подписчики получили удовольствие от просмотра этого обзора. Это самое главное, потому что за бабки мы могли бы сейчас просто с картами какого-нибудь говнобанка выйти, да, какого-нибудь лохотрончика, показать вам эти карты и какой-нибудь гаджет. И все, и заработали бы свои бабки. Мы вот трахаемся было бы пофиг, что вы там смотрите. С машинами. Эльдар отправляет их автовозом, мы тут трахаемся месяцами, подбираем музыку, над днями настраиваем ее, снимаем, монтируем, чтобы вам нравилось, потому что единственный способ сделать хорошую работу, это сказал один умный человек, или я по пьяни, или Стив Джобс. Нет, это другая поговорка. Единственный способ проделать большую работу, это полюбить ее. Вот, мы любим свое дело, мне нравится, что Эльдар это тоже прет. Он не ради пиара это сделал, или какой-то там спонсорской поддержки. Ему по кайфу было музыку, я надеюсь, мы его все потребности удовлетворили и по коллаборации, и по музычке. Тебе спасибо, что приехал. Спасибо, Сань, что это приехал. Очень круто. Все, это был канал Loud Sound и Эльдар Автоподбор. Подписывайтесь на оба канала. Давай я скажу. Давай. Живите громко. Красавчик. Остается сделать всего лишь одно дело, два, учитывая отлепить микрофон от сисек. Прозвучало, что Мустанг быстрее, чем BMW, да? В этом как бы никто особо и не сомневается. Но мы сейчас это проверим. Раз, два, три, я завожу мопед. На этом мопеде катался мой дед. Сколько лет, а он все как новый. Стопудово, это клево. Зачем мне машина, зачем самолет? Жену ставлю, уезжай в самолет. Вот это улет, вот это не поет. Ведь типа жена жену, но ты не знает. Ну и нахуй еду, главное я еду. Руки в мазуке, на девушке на юге. Похвалю соседу, а мне в жене мопедом. Смою след, мою цемену. Белый собак, сигарета в зубах. Новый цилиндр и старый движок. Вот все, что нужно, запомни, дружок. Кручу, кручу, кручу педали, кручу, разогнаться хочу на скорости света, светофор, фары и правила не для меня, но знаю я. Я крутой гонщик, даже больше. Я не велик, оно целое, его обделал я. Обделался и сам, но это неудобно. Резко и стуха, со мной был мулек. Так, мы провели гонку, но, к сожалению, камера у нас сняла не все. Эльдар мне сказал, даст не все исходники, а мне вот из-за руля было непонятно, какая же машина все-таки быстрее. Примерно одинаковые они, одна из них чуть-чуть быстрее, но какая?
вы узнаете в обзоре Эльдара на его канале. Замануха. Подпишитесь на Эльдара канал. В его обзоре Мустанга он вам расскажет, кто же все-таки быстрее. 2,5 литра, самая дрычевая BMW или целых 4 литра мотор. Ты неправильно представляешь. Кто же быстрее? Немецкая рядная шестерка с вольватроником, двумя ванусами, кучей-кучей современных технологий, непосредственно впрыском и бла-бла-бла-бла-бла. Или старый, кондовый, V-образный. У ребят, к сожалению, закончилась батарейка в фотоаппарате. Эльдар не договорил свои вот эти вот умные мысли по поводу вольватроников. Мало кто понимает, что сказал Эльдар, но результат гонки вы все-таки узнаете на его канале. На момент выхода этого обзора, вот прямо сейчас уже идите вот по этой ссылке, она вот в описании, на канал Эльдара. Там уже его обзор про Мустанг, и там вы узнаете результат гонки. Эльдар, это точно не больно? Ну, давай. Готовься. Давай. Ай, блядь, да не больно, я шучу. Секретная технология заключается, в принципе, в креплении. Берете крем, воск, нагреваете, накладываете. Он сказал, именно так надо делать. Абсолютно. Нету другого способа, сказал. Поэтому у тебя носитель теперь без волос. И потом настоящий такой жесткий прям скотч вот клеите и кусок побольше. Он сказал, почему-то именно так надо. Не знаю, может, прикололся. Нет? Про растительность груди вы также узнаете на канале. Давай, короче, сворачивай. Тёма, я нормально в ней смотрюсь? Не как педик? Нет? Посмотри, у меня какая тачка вообще. А у тебя пальто есть? Пальто надо, шляпу с полями, пальто, да? Смотри, какая. Да это огонь. Ты тут не представляешь, как все круто. Ты как в Хаммере, только на машину похоже, понял? А не на трактор. Америка против Германии. Ну, Артём весит. Давай. Чуть телефон не сдуло, крыши-то нету.